к сожалению, не попал. Поэтому я могу посмотреть за ним. Это очень плохо, потому что я был третий. В общем. Сейчас смотрим за лидером чемпионата. На момент он уже третий. За ним спасибо, все хорошо. Дико доват. Еще один хороший мальчик. В принципе, он выиграл один этап уже. Может выиграть второй. Но остальное он проехал дальше наш. Поэтому я не думаю, что это стабильный гонщик. Можно посмотреть, что происходит сзади. Я думаю, там будет батл. Джон Питерсон засекся второй. Пока есть седьмой, но у него есть большие проблемы. Сейчас мы есть 9. Рано посмотрим. Рика также есть 2. Вполне все финалы уже. Небольшие проблемы у Рика, он потеряет свое первое место, все второй, но у него уже очень большой отрыв от третьего. Поэтому хорошо. Джеймс Хэппи, не знаю, как он попал в этот мод, это профессиональная команда, которой он, в принципе, не должен быть, потому что он не помог. Не отрывается. В принципе, идет чемпионат, у него 10 очков от второго. Второй тоже, как я не попал, был перед мной в лисечке. 26 место, проходит 22 человека. К сожалению, прошел последний 23. До нас очередь не дошла. Хотя мы можем только наблюдать этим приездом. Ну, сейчас у него будет еще больше отрыва. Топа не застёкся, и тут он приезжает третий с хорошим временем. Ну, сейчас видим, как он поехал, значит, займёт, что застёкся. Этот парень не мешал на засечке, неоднократно. Очень хорошо. Это, в принципе, все мои конкуренты, с которыми я боролся, и они также и сзади. Почему-то. Хотя они все по-общему успели. Вот этот парень последний. Который попал сейчас, он, в принципе, едет там же. Эллиот Филлипс, он выиграл неоднократно этапа номер 4 по засечкам. Выиграл всего один этап. В принципе, на каждом этапе мне приходилось с ним бороться. Последний этап он выиграл. И сейчас у него нет таких проблем. Я думаю, он не сможет ничего сделать. 15-16 место его. Ну и вот такие вот парни, за которых мы не ездим. Они просто выходят во время гонки. По шамонь там не пошло, что-то ли он упал пару раз, и все. А лидеры чемпионата приходится сидеть и смотреть за ним всем со стороны.
Антонио Гарсия Панчо первый, выиграл Рико Дуарт. Антонио очень хорошо оторвался, но у него некие проблемы с круговой. Это, в принципе, нормальное явление для этого чемпионата. На американских чемпионатах я видел, там нет такого. Не приблизился. Все, 5 секунд. И сейчас он догонит Рико этих круговых, это же там. Джеффри, в принципе, едет с Кагрин, не отстает и не пробирает. У него есть хорошая Патрик по четвертой, поэтому 9-16 уже все шансы попасть в хорошую. Тоже какие-то проблемы, он может привет им относиться. Я думал, кто 5 его. Джон Питерс. Должен обогнать его. Очень быстрый гонщик для Маха. Будем наблюдать Маха. Я думаю, он быстро с ним справится, гонит и... Джорна, есть какие-то проблемы, сейчас пойдем. Ну вот, завал, и все. Джеймс Уэбб сразу выходит на четвертое место. Вот парень, который вдоль насечку, пишет, что он просто вышел. Да, три человека вышло, это как раз таки мое место. Я мог ехать, а эти парни типа вышли. Этот парень был последний, и он едет последний. Давайте финале, счастливый парень попал. Тоже проблемы. Вот этот парень был третий, четвертый. В общем, я выиграл у него 2-3 очка, теперь я ему буду выигрывать ему очков 7-8, если он также проедет. Это для меня очень хорошо, для него это не очень. Вроде я не часто вижу на чемпионатах. Первый раз увидел парня. Райан Тёрнер, ну вот видите, он едет 15-м, как-то проект получил минуту на 2, ну для него, скорее всего, это все идет. Я начал замечать такое вещи, это сразу видно, что этот парень, ну, сам не мог сесть, как это не будет Дурана тоже, в принципе, не очень быстрый гонщик, за него я уверен, что тоже засек своего однокомандник, который едет сейчас первым Антонио, тоже также держит на дистанции Рико Дуарта, и тот не может его догнать. Но Рико имеет лучшее время, поэтому, я думаю, Рико постабильнее, побыстрее догнать. Посмотрим, что это будет. Джеффри уже появляется 4 секунды, и они просто уже нереально подогнать. Осталось 3 круга. Джеймс Уэбб. Тут борьба у нас продолжается. Джон обогнал Уэбба. Мы потихоньку догоняем, то ли отстает, еще непонятно, как получилось. Нет никаких проблем с этим. Посмотрим. Thank you.
я думаю, должен так надеть свою фигуру.
через 5 минут в Рекорд Клабе. Эльбизар. На этой приятной ноте, на одном из треков с нового альбома Эрика Фрица, мы заканчиваем наше радиошоу. Еще хотелось бы прочесть приятную информацию. Радио Рекорд, вы супер, сидим в машине с хорошим звуком, вы лучшие. Отрадно.
Oh.
Yeah.
Oh.